Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет такой вот тест-драйв новой машины в игре под названием Car Parking Multiplayer. Эта машина называется BMW M2. Это обновление вроде бы сегодня вышло. И мы сегодня будем смотреть, как едет эта BMW. Как обычно, будем смотреть без тюнинга. Посмотрите, какой на ней салон. Вот его тоже добавили на нее салон. В некоторые машины не делают салон. И вот так вот она круто выглядит. На ней диски сменим. Поставим какие-нибудь другие. О, вот это вот я еще не видел. Посмотрите, какую мастерскую добавили в этой версии новой. Так, и давайте выберем диски на нее. Давайте, наверное, вот эти поставим. Ну и вот так вот она хоть получше у нас смотрится. И давайте ее немного затонируем. Давайте в черный цвет. И вот так вот оставим. Посмотрите, как она круто выглядит. Оставим, наверное, вот этот цвет. И давайте сделаем какие-нибудь, я не знаю, можно красные фары. Ну, красные уже у всех. Или давайте пусть красные будут. Они подходят на все машины. А, смотрите, тут еще что-то добавили. А, это дым от колес. Я это тоже в первый раз только вижу в этой версии. Давайте тоже красный сделаем такой. И посмотрим, как будет выглядеть этот дым потом, когда мы ехали будем. Или это выхлоп такой. Ну и давайте машину чуть посветлее сделаем какой-нибудь. Вот такой вот цвет поставим. И давайте сейчас прокатимся на ней, и мы дальше продолжим на дороге. И вот мы уже на дороге, и сейчас мы посмотрим, как будет ехать эта BMW. И давайте сейчас посмотрим на салон этой BMW. И мы сейчас посмотрим, как он выглядит. Вот так вот выглядит тут салон. Вот такая вот панель. Давайте посмотрим, до скольки тут спидометр. И спидометр у нас до 260. Также вот тут такой пробег есть. И вот такой вот монитор, как на М5 в 90 вроде бы. Ну и давайте сейчас уже на ней прокатимся без тюнинга. И посмотрим, как она будет ехать. А, кстати, давайте еще посмотрим фары на ней. И вот так вот выглядят фары на ней, если их включить. И вот так, если выключить. Ну и давайте уже сейчас поедем на ней. Ну вот так вот она едет от 0 до 100 без тюнинга. Где-то 4,5 секунды. Ну, в принципе, неплохо. На ней вроде бы 450 сил. И если сделать 1600, то она вообще, наверное, будет ехать хорошо. Ну и вот так вот она, в принципе, разгоняется. Давайте сейчас на ней попробуем дрифт-режим включить, который добавили в прошлом обновлении. И немного на ней подрифтим. А, и вот когда мы дрифтим, вот этот появляется от колес вот этот дым красный. Ну и вы также можете выбрать цвет свой вот этого дыма. И вот когда мы сейчас ее проверяли, у нас стоял задний привод. А давайте проверим на полном приводе и включим стабилизацию. Мне кажется, она так должна быстрее разогнаться от 0 до 100. Ну, немного может на одну секунду или полсекунды. Но это неплохо, в принципе. Давайте до 200 разгонимся. Ну, дорогу она держит хорошо и управляется тоже. Ну, вот такая вот BMW у нас. Давайте еще посмотрим вот так снаружи на нее от первого лица. Вот так вот она выглядит круто, особенно спереди. Ну и вот такую вот добавили BMW. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!